Зарубежном возрождают женскую футбольную команду Луганщины. На базе химико-технологического лицея с начала следующего учебного года создадут футбольный класс для девочек. Спортсменки будут бесплатно жить в общежитии, питаться, учиться, получать двойную стипендию и тренироваться на одном из лучших футбольных полей области на стадионе имени Виноградова. 11 августа спортсменки, которые после оккупации части Луганской области вынуждены были разъехаться по всей Украине, в полном составе приедут в Рубежное. Насколько химико-технологический лицей готов в следующем учебном году стать не только профессиональным, а еще и футбольным, смотрите в нашем следующем сюжете. Этот стадион все еще по старинке называют «Рапид». Когда-то здесь играла и тренировалась рубежанская заводская команда. Сейчас это стадион химико-технологического лицея. Но вскоре одно из лучших футбольных полей в области станет домашним еще и для областной женской команды «Луганочка». Новая страница истории женского футбола на Луганщине. Здесь, на стадионе Виноградова, в Рубежном, с 1 сентября заиграет сборная области. Базу и все условия предоставляет лицей. Спортсменки, которые из-за оккупации части Донбасса вынуждены были разъехаться по всей Украине, приедут в Рубежное, поступят, будут тренироваться и играть, как это было и раньше, на самом высоком уровне. Здесь это будет уже как бы взрослая команда, то есть команда, которая будет создаваться на перспективу участия в чемпионате Украины первой, высшей лиги, ну, в зависимости от того, насколько квалифицированных игроков мы сюда привезем. Вся та команда, которая была в Новосветловке, она возвращается сюда, и плюс много тоже девочек, много, которые на меня выходят, в том числе из сборной Украины молодежной. Когда узнали о тех условиях, которые здесь создаются, они тоже хотят здесь учиться, здесь тренироваться. А это общежитие Рубежанского химико-технологического лицея. Сейчас каникулы, на пороге комендант. Здесь вместе с обычными студентами расквартируют и футболисток. У нас, в общем-то, 22 квартиры для студентов, общее количество. Все они готовы. Одна комната – это спальня, мы обычно. Вторая комната – это кухня. В комнате есть кровать, постельные принадлежности. У нас в каждой квартире холодная вода, санузел, ванная, мебель. Ну, самое необходимое есть для студентов. Бесплатно футболистки будут не только жить, а и питаться. Прямо в общежитии есть столовая. Все спортсменки будут учиться на бюджете и получать двойную стипендию. А по окончании лицея получат еще одну неспортивную профессию. Широкий выбор профессий. У нас 14 лицензий, поэтому могут обучаться в разных группах, но на наклон будет у них футбол. В Рубежное спортсменки приедут 11 августа. Принимают в лицей после 9 класса. Но чтобы попасть в футбольный спецкласс и играть в Луганочке, придется пройти футбольные тесты и понравиться тренеру.